Привет всем! С вами на связи канал «Сделай сам». И сегодня в этом видеоуроке я хочу поделиться с вами видео о том, как установить Озио галереи и убрать ссылку копирайта. Ну что ж, для начала давайте скачаем последнюю версию Озио галереи. Озио галерея – это расширение для Joomla, которое делает очень красивую галерею с фотографиями, картинками на вашем сайте. Мы можем скачать сразу непосредственно, перейдя на сайт Joomla расширений, найти там Озио галерею и нажать скачать Озио галерея. Либо мы можем перейти на официальный сайт Озио галереи и уже там скачать. То есть это уже на ваше усмотрение. Либо есть третий вариант. Мы можем зайти на нашем сайте во вкладку расширения. Дальше менеджер расширений. И можем установить вкладку JET. То есть Joomla Extension Download, то есть установка непосредственно изнутри сайта. Вот. И, как вы видите, я установил, появились полностью все расширения, которые имеются на сегодняшний день в базе Joomla. То есть выбирайте для себя лучший вариант. Если же мы хотим установить изнутри нашего сайта, также прописываем здесь поиски название нашей галереи. Находим ее. Вот она, как вы видите. И можем непосредственно устанавливать отсюда. У нас также отображается информация о том, какая версия будет установлена. Это версия 4.6.0 на дату разработки 22 февраля 2016 года. Включает в себя галерея компонент и плагин. Произведем установку. Нажимаем установить. И пошла установка. Озио галерея у нас установилась. Нам также показывается сообщение о том, что она не является коммерческой, и имеется надпись в самой галерее Озио галереи by Joomla, находящаяся под галереей. То есть если мы хотим, чтобы это сообщение не отображалось, мы можем купить платную версию, в которой не будет этого сообщения. Других различий и ограничений между платной и бесплатной версией не существует. Но сегодня я вам покажу также, как убрать эту надпись без покупки. Но об этом секрет пока. Ну что ж, нажимаем ОК. Зайдем в меню, главное меню нашего сайта. Создадим новый пункт меню. Назовем его галерея. Выбираем тип пункта меню Озио галерея. И выбираем необходимый нам макет. То есть мы можем выбрать скин. Можем выбрать географические координаты фотографии, чтобы показывались. Либо список альбомов. Ну, давайте я, например, сразу выберу список альбомов. Прописываем название. Галерея, алиас я не буду писать. Укажем на главном меню, главная страница. Можно даже сразу сделать ее главной страницей, будет опубликована. Вот, что здесь у нас? Стиль шаблона мы можем выбрать. Параметры указать, данные и так далее. Ну, больше я ничего не буду указывать. Давайте я просто нажму сохранить и закрыть. Перейдем теперь на главную страницу. Заходим в галерею. И, как вы можете видеть, имеется вот это вот сообщение. Озио галереи Made with by Joomla. И это сообщение у нас будет отображаться всегда на всех страницах нашей Озио галереи. Вот, поэтому, если мы не хотим, чтобы это отображалось, мы можем это убрать. Как это убирается, я вам сейчас покажу. Итак, для того, чтобы убрать копирайт Озио галереи последней версии 4.6.0, нам необходимо открыть наш каталог нашего сайта.
В данном случае у меня это WAMP сервер с папкой www, в котором находятся полностью все папки и файлы моего сайта. В вашем случае это может быть также либо данная какая-то папка одной из платформ, либо на вашем хостинге. Если в прошлых версиях ссылка копирайта вот эта вот находилась раньше в папке компонентов, дальше компонент узел галереи, дальше было в этом архиве, то сейчас разработчик в последних версиях убрал этот код в другое место. Теперь нам необходимо перейти в основной путь нашего сайта, то есть там, где все папки и каталоги. Дальше нам необходимо зайти в папку администратор. Дальше здесь находим папку компоненты. В ней мы открываем папку компонент узел галереи. Далее переходим в папку модель. Далее переходим в папку fields. И далее у нас будет в этой папке находиться архив с названием please word on jet. То есть в данном архиве находится файл, в котором содержится ссылка копирайта данной галереи. Открываем наш архив, и нам необходимо отредактировать данный файл. Для этого мы его открываем. Давайте я для начала его извлеку сюда в корень и здесь уже отредактирую. То же самое мы проделываем на нашем хостинге. Открываем, если необходимо, мы можем разархивировать данный архив на нашем хостинге, далее подправить этот файл и далее его заархивировать. То есть те же действия мы проделываем по сути и как на самом хостинге, и на нашем компьютере. Далее редактируем данный файл. Я обычно пользуюсь нотепадом, то есть вы можете это делать с помощью блокнота. И в данном файле мы можем с вами видеть заветную строчку. Вот она, узел галереи. Но если мы просто удалим, наш компонент будет не работать. Таким образом, у нас есть несколько вариантов. Мы можем изменить текст, можем изменить ссылку на нужную, необходимую нам. Либо второй вариант. Мы можем изменить размеры и сделать невидимой эту ссылку копирайта. Либо третий вариант. Мы можем удалить часть кода, в связи с которой наш компонент будет работать, и этому ничего не помешает. Я воспользуюсь третьим вариантом и удалю часть кода. Отмечаем количество строк с 18 по 39. Выделяем их и удаляем. В моем случае я нажимаю Backspace, и мы можем оставить это так, либо еще вот так вот подкорректировать. Вот. Либо можем даже вот так сделать. То есть на ваше усмотрение. Ну, я просто удалю код, оставлю так, нажимаю сохранить. Все, я закрываю. Далее перемещаю этот файл назад в архив. По-моему, он заменился уже. Но странно, что не спросила о замене. Ладно, и давайте обновим нашу страницу. Вот, как вы можете видеть, код ссылки копирайта, точнее ссылка самого копирайта, просто исчезла. Таким образом, мы убрали с вами ссылку копирайта на сайт, на компонент узел галереи. Ну, то есть вы увидели, что теперь убрать ссылку копирайта это можно сделать уже в других папках, поскольку разработчик изменил местоположение. То есть если вы по ошибке, как обычно, зайдете в папку компоненты, компонент узел галереи, откроете этот архив, отредактируете также в нем имеющийся код,
то ссылка копирайта не пропадет, но она у вас останется. Но вы можете убрать, если хотите, ссылку копирайта в двух местах, то есть в этом случае и в том случае, в котором я вам показал, в папке администраторов либо в папке компонентов. Вот. Ну что ж, спасибо за то, что смотрели данное видео. Если у вас возникли какие-либо вопросы, оставляйте, пишите их ниже в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если вам понравилось данное видео, ставьте свои пальцы вверх, лайки. А вот спасибо за то, что были с нами. С вами был канал «Сделай сам». Всего вам доброго. До свидания.